Хейтем Кенуэй остается противоречивой фигурой. Я его уважаю. Он был великим магистром колониальной ложи и руководил поисками святынь предтеч. Хейтем был хитрым и жестоким, но в нем была эмоциональная слабина, которая изгубила его. В детстве он потерял отца, а великий магистр Реджинальд Берч вырастил из него рыцаря-тамплиера. Однажды Хейтем узнал, что его отец Эдвард был ассасином. Тот факт, что он предпочел остаться тамплиером, а не пойти по стопам своего отца, говорит мне, что он был на правильном пути. Но когда Хейтем узнал, что Берч был одним из убийц его отца, он вместе с сестрой убил его из мести. И это было началом его гибели. Тамплиеры никогда не убивают под влиянием чувств. Когда он узнал, что его сын Коннор – ассасин, работающий против него в колониях, его эмоции не дали ему нанести удар. Жаль, Коннор не проявил к нему такой жалости.